Уважаемые коллеги, друзья, вот уже остается несколько дней до завершения 2020 года. И достаточно сложно в двух словах описать год уходящий, но что можно с уверенностью сказать, мы все с вами стали свидетелями событий планетарного масштаба. Все, что произошло в этом году, коснулось каждого жителя планеты. И на самом деле для нас стало вызовом, проверкой, как мы готовы преодолевать те сложности, те трудности, которые в связи с этими событиями возникли. И здесь я с уверенностью могу сказать, что и компания «Метадинея», и группа компаний «Метафракс» достаточно уверенно преодолели все трудности. И если говорить термины военно-морского флота, можно сказать, что мы все включились в борьбу за живучесть нашей компании. И в такие драматические моменты на самом деле очень важно, чтобы каждый человек ощущал, что рядом есть поддержка, что есть рядом кто-то, на кого можно положиться, кто готов помочь в этот трудный момент. И здесь мы для себя главной задачей именно ставили то, чтобы у каждого сотрудника компании такое ощущение возникло. Мы приложили максимум усилий, мы старались, чтобы все те негативные факторы, которые возникли и в общественной жизни, и в экономической жизни страны, не влияли на наших сотрудников. Это касается и защиты жизни и здоровья в условиях эпидемии, это касается и сохранения уровня благосостояния в условиях углубления экономического кризиса. И здесь мы, конечно же, провели огромную работу, и я считаю, что мы, в общем-то, смогли сделать это, чтобы каждый сотрудник ощущал поддержку со стороны компании. И как результат, я считаю, именно и стало то, что мы смогли продемонстрировать наше упорство в достижении тех целевых задач, показателей, которые мы еще для себя ставили в конце 2019 года. И сегодня, в эти предпраздничные дни, я пользуюсь случаем, чтобы вас всех поблагодарить за ту ответственность, которую вы проявили, за тот вклад в общее дело, который бы не смог быть осуществлен без вашей ответственной работы. И сегодня я поздравляю вас всех с Новым годом, с Рождеством, и хочу пожелать здоровья, благополучия, семейного счастья, и чтобы те выходные дни, которые у нас будут, вы смогли посвятить своим родным, близким, почувствовать тепло, уюта праздника. И еще раз всем вам большое спасибо за работу в выходящем году. Счастья, здоровья и с Новым годом!